Девчонки, привет! Начала снимать видео, и на самом интересном месте у меня батарея села. И, короче, теперь все снимаю сначала. Так что, во-первых, здороваюсь. Я приехала, все в порядке. Ну, маникюрчик желает лучшего. Но Баирма еще в Монголии, так что, увы. Короче, все отлично. Я уже полдня дома. Уже, конечно, вовсю... Извините, вот кашляю чуть-чуть. Разбираюсь со всеми проблемами, которые накопились. Решая все путаницы, которые там запутались по дороге. Ну, были интересные, прикольные, конечно, ситуации. Например, опять же, еще никто не понял, чьи часы пришли Наташе. Часы, которые с опалом, не с бирюзой, как я сказала, 2 недели назад. Девчонки, часы за $88. Кто заказал и ждет, часы пришли по ошибке к другому человеку. Я вас очень прошу, найдитесь срочно. И мы все это дело разрулим. Я просто попрошу Наташу, за мой счет, разумеется, вам эти часы выслать. Но для этого мне нужно обнаружить, чьи они. Итак, сегодня у нас камешки, а потом еще будет куча всего, поскольку пока меня не было 2 недели. Разумеется, всего наприходило, накопилось и, в общем-то, горище всего, не побоюсь этого громкого слова. Итак, вы видите здесь, ух ты, и так, да и так, слово паразит у меня новое. Так, у нас есть радахрозит, шикарнейшее кольцо, мне безумно нравится. Радахрозит имеет некий оттенок такого какого-то старого вина, что ли. Я не могу объяснить, с чем мне это ассоциируется, но это не красное, это не бордовое, это не коричневое, это нечто посередине. Слои мы видим очень хорошо, пластиночки структурные. Размер этого изумительного кольца 18,2. Элементарно делся мне на средний палец, но это ни о чем не говорит, поскольку после всяких разных путешествий я каждый раз меняюсь в весе в какую-то сторону. Девчонки, это кольцо $49. Переходим дальше. За $42 еще один радахрозит, который, в общем-то, тут немножко покрупнее в размере, но помельче в размере самой головы кольца. Зато здесь, в общем-то, обрамление серебра побогаче будет, если кого-то это интересует с такой точки зрения. У меня не зря стоит тут бутылка. Я вот в первом видео, которое оборвалось, все это дело рассказала, вот сейчас попытаюсь еще раз воспроизвести. Это подарок от Марго, французское изумительное вино, которое я выпью завтра, у Димы день рождения, за его здоровье. Маргоша, мы когда будем пить, обязательно вспомним о тебе. Огромное тебе спасибо за гигантский, огромный, интереснейший подарок, который ты нам умудрилась из Франции через Украину передать. Галя и Эден, и Дима все были в восторге, каждый нашел что-то себе. Марго вообще передала мне огромный ящик всяких интересных вкусностей, чаев, вещей для Гали. Короче, нереально. Это женщина с огромным сердцем. Марго, я тебя целую. Я обязательно приеду во Францию. Ну, для того, чтобы поцеловать тебя лично. Заодно, конечно же, и обнять. Не только поцеловать. Девчонки, радахрозит. Размер я не сказала. $42, да, сказала, размер нет, 18,1. Дима был оставлен на хозяйство. Ему было поручено 3 кошки, кролик и рыбка. А также 2 кошки, которые живут в доме у моего бывшего мужа, поскольку мы-то ехали всей компанией. Итого 5 кошек, кролик и рыбка. Дима решил это дело тяжело. Как-то они с Гизей, с Гизмо, это этот полосатый кот, который время от времени тут падает с окна на стол. Они что-то там договорились, либо Гизмо решил помочь. И Гизмо на 4-й день моего путешествия рыбку съел. Так что как бы у Димы было меньше работы. Но правда рыбка ему пошла не впрок. И убирать все, что из Гизи вылилось обратно, Диме было, наверное, тяжелее, чем просто рыбку кормить. Но, тем не менее, рыбки больше у нас нет. Благодаря Гизе. Вернее, она есть, но где-то в нем внутри. Девчонки, это кольцо Шатукит. Оно сделало большое
путешествие в Казахстан и обратно. Там оно девушке не подошло, и мне его вернули. Поэтому, если кто-то хочет, $35. Шатукит, как вы знаете, это, в общем-то, руда, из которой добывается. Это из серии медных руд, 18.3. Я шатукит вообще очень люблю за их разнообразие картинок. Так что, если все-таки он найдет свою любовь, забирайте. $35. Так. Next one. Ну, разумеется, про свое путешествие на Украину я буду еще, наверное, рассказывать в ближайших видео. Путешествие было довольно длинным и, в общем-то, интересным. Ничего не могу сказать. Девочки, смотрите, у меня есть очень интересный лунный камень. Кольцо строгое, каплевидной формы, но камень очень яркий, радужный. И преломляется на все, наверное, цвета радуги. Особенно золотой какой-то оттенок. Вот здесь, в этом лунном, есть трещина, которая внутренняя. Она не внешняя, это просто срез камня. Очень рекомендую, когда увидела лично это кольцо. Мне безумно понравилось. Размер, правда, невелик, скажем прямо. 17,4. Мне на средний палец, конечно, не налезет. 17,4. 45 долларов такое кольцо, девочки. Что хочу вам сказать про путешествие? В целом, во-первых, мы были в 5 совершенно разных концах Украины, я бы сказала так. Хотя, конечно же, не везде, где я бы хотела. Мы не попали в Умань, где родился мой дед, и не попали в Одессу, жалко. Но нельзя объять необъятное, наше путешествие и так было, в общем-то, больше, чем 2 недели. Смотрите, Ларимар. Это кольцо интересно тем, что у него есть такое интересненькое розовое вкрапление здесь. А так, в принципе, кроме этого вкрапления, довольно цвет однотонный. Нет вот этой зеленоватости. Больше он идет голубой. И размер крупный. Что говорит нам? 19,1 штангенциркуль. 19,1. А, боже мой, а цену-то я не сказала, $49. Далее, что я хочу вам сказать, в общем-то, про свое путешествие. Конечно, началось оно с того, что мы в самолете чуть не потеряли человека, буквально, то есть, сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, девчонки, есть Ларимар, очень красивый, но в нем трещина. То ли при обрамлении камня оно треснуло, не знаю, когда, почему. Трещина едва заметная, но она имеет место. Не могу, как говорится, этот факт умолчать. $34 я хочу за это кольцо. В общем-то, как вы понимаете, цена занижена именно из-за этой трещины. Если вам не мешает, забирайте. Я не думаю, что оно развалится и что-то с ним случится. Но, тем не менее, если люди педанты им мешают, то нет. А люди, которым, в общем-то, это не мешает, за $34 можно вот такой ларимарчик получить. И я вам хочу, разумеется, сказать, 18,7 размер. Так вот, о потерянном пассажире. Мы когда стояли в рукаве уже на полет, мы летели авиакомпанией МАУ, то представьте себе ужас, что в коридоре, в рукаве, это даже не коридор, это уже 2 метра до самолета, упал мужчина. Что значит упал?
просто упал инфаркт. И это было так ужасно, мы были в самом конце очереди, мы не сразу вообще поняли, что происходит. Когда все начали кричать «Амбуланс!», все почему-то подумали, что у него все, но все же большие врачи, эпилепсия, врачей, кстати, не было. Девочки, 45 долларов, вот такое красивое с ларимаром, это не царапина, это просто внутренний рисунок такой, это гладко все. Короче говоря, представляете, мы должны вылетать, человек лежит, посинел, ну, то есть все, дрова полные. Я побежала с рюкзаком за плечами, как ненормальная, по этому длинному коридору, то есть этот рукав до самого зала обратно с криками. Значит, выбежала наземная стюардесса, начала что-то невнятно у меня спрашивать, это твой родственник? Я говорю, да кому какое дело, кто это? Человек лежит и умирает, либо уже умерли. Ну, короче говоря, я вам скажу, что я начала звонить Диме, потому что, ну, как бы, аэропорт, он имеет свои внутренние какие-то законы. Ты не можешь взять и по телефону вызвать скорую помощь извне. В аэропорту свои есть службы спасения, которые я понятия не имею, как называются. Я-то думала, что стюардесса должна это делать. Так. Короче говоря, я вам так, чтобы драму не разводить. 18 размер, действительно красивое кольцо, легкое, изящное такое. Я вам скажу одно, что через какое-то время, мне показалось очень долго, я не знаю, может, я не права, поскольку время относительно в нашем понимании. Приехал амбуланс с одним парамедиком почему-то. Этот парамедик начал его качать, и дефибриллятор, и качать его, знаете, как руками, в грудную клетку, то есть у него уже пульса не было у человека, то есть это было безумно. Нас загнали в самолет, мы были последние, кто зашел, и вот последнее, что мы видели перед тем, как закрылись двери самолета, это что его качают, непонятно, он умер, выжил, и вот так мы взлетели, и это было ужасно. У меня была жуткая депрессия весь полет, и человек был один, никто ему не помог. Никто не знал, что нужно делать. Он был вообще, по-моему, даже турист. Представляете, без жены, без никого. То есть просто упал. И это так ужасно, когда ты один, и вот с тобой такое произошло. Никто не знает, кто ты, никто тебе... Ну, не знаю. И ужасное ощущение. Я впала в такую депрессию в этот момент. И, кстати, тогда же я и косметичку потеряла. Я хотела найти таблетку. Мне что-то стало нехорошо, ужасно. И, видимо, косметичка выпала в самолете. И там... Вся моя косметика там, ну, фиг с ней. Вот такая жуткая история. Так мы без него и улетели. Ларимар очень интересный. Смотрите, даже два ларимара. Один такой. Большой довольно размер. Ларимар красивый, 52 доллара. $18,5, но он почему-то мне даже на второй палец элементарно как-то одевается. То есть не маломерит, а даже, я бы сказала, наоборот. Очень красивый камень. Галя, конечно, была от всей этой истории в жутком ужасе, но как бы, хотя вела себя очень прилично, стояла в стороне. Олег, мой бывший муж, ужасно переживал, что он не сообразил, что надо ему открыть рот, может, чтобы... Ну, как? Что ему открыть уже, если у человека сердце остановилось? Короче, это не царапина, девчонки, это вот такая структура ларимара. Короче, представляете, вот так вот, буквально... А если бы это случилось через 5 минут в самолете, я вообще не представляю, что бы это было. На следующий день Дима для меня узнал всю информацию, вроде бы, я не знаю, может, он меня успокаивает, может, это действительно так, вроде мужика этого, он турист, вроде его забрали в больницу в живым, не, ну, то есть его как-то вернули, и я надеюсь, что все-таки он выжил. Очень неприятная ситуация. Так, дальше. Ну, вот так, представляете, вот так мы начали наше путешествие, с такой позитивной ноты, Саша. Вот. Чароид, которые все любят, и я тоже. У меня есть постоянное мое украшение с чароидом, кроме вот серег, только у меня еще нет. А так кольцо, браслет и мой большой квадратный прямоугольный кулон, который многие знают, это я ношу. Так, этот чароид за $45, очень хороший, милый камень, без вкраплений черных точек.
Очень качественный, 18,2, и он довольно-таки свободно, ну, наверное, конечно, 18,5. 18,2 свои он выдерживает. Камень качественный, как вы видите, очень такой красивый. Первую неделю я ела одну окрошку и вареники. Ходили мы безумно много, безумно. Дети просто взвыли в какой-то момент. Но успели посмотреть, конечно, тоже очень много. Хотя далеко не все. И было бы здорово вернуться и досмотреть. Еще один чароид, крупный. 52 доллара. Очень качественный камень. Тоже без вкраплений, без каких-то там неприятностей. Интересная форма. Размер у него 17 и 1. Оно немало мерит, видите, оно как бы... Так что, девочки, неплохой чароитик, рекомендую от всей души. Интересно, что мы увидим с ювелирных заводов Украины. Очень интересные изделия они делают. Были, меня, в общем-то, поразили в лучшую сторону. Молодцы, молодцы. Вообще, все было очень классно. Люди очень вежливые, очень воспитанные, культурные. Как бы за вот те 30 лет, что я там не была, с 94-го года я не была на Украине, это 28 лет, 24 года, простите, 24 года, я вам скажу, что все изменилось, вот люди изменились даже в лучшую сторону, я бы сказала. Ну, конечно, очень многое стало хуже, но и многое лучше. Очень красивая страна, мы были в 5 местах, все 5, как 5 разных стран. Восточная Украина очень сильно отличается от Западной Украины. Карпаты – это вообще отдельный разговор. Изумительная страна. Кулон. Зеленый лабрадор. Люблю зеленые лабрадоры. 42 доллара, девочки. Классный. Треугольненький. Это все внутреннее строение камня, как вы видите. Вот. Опал дендрический. Предупреждаю, это не агат, это опал, опал. Дендрический, потому что вкрапление минерала, как вы знаете, дендрический может быть абсолютно большая куча всевозможных подделочных камней. В данном случае это дендрический опал. Вот такой он красивый, полупрозрачный и зимний. Какие во Львове грозы, я вам скажу. Ну, я на видео как бы засняла, правда, не все выставляла. Молнии, громы, как ливни, как душ включить. То есть просто нереально. Класс. Мы балдеть. Для нас это аттракция бешеная. Я знаю, что львовчане сами, наверное, не очень-то рады такому. Но мы очень даже. Большое спасибо природе за такое времяпровождение. Так, 40. 5 долларов. Очень красивый кулон. Обратите внимание. Суперски. Что еще я вам покажу? А покажу я вам амазонит. Амазонит у нас, по-моему, еще ни разу не был. Амазонит – это группа силикатов. Минерал, вообще силикаты – это очень-очень распространенная группа минералов на Земле. Заключается там фишка в том, что в нем очень много элементов, которые замещают друг друга или группы элементов. Короче, формула этих камней, она очень длинная и сложная. Прикол заключается еще в том, что амазонит – это название, как вы понимаете, по реке Амазонка. Но самое
Самое смешное, что там этого камня в жизни не было. А перепутали его при добыче нефрита на реке Амазонки и решили, что это, в общем-то, короче, перепутали. А название, в общем-то, камня осталось. Вот такая интересная особенность. Это наверняка уральский какой-то из России. Я читала такую интересную информацию, что в 19 веке, когда находили амазонит, считалось, что рядом где-то месторождение голубого топаза, что они типа спаренные такие минералы, один недалеко от другого. Насколько это правда, не могу вам сказать. Так. Огромнейший размер 20,2. Так что девочки с большим размером пальчика можете такое колечко себе приобрести. 42 доллара стоит этот замечательный амазонит. Ну, как вы видите, камень натуральный. Даже немножко вот такой тут краешек выше, краешек ниже. Красивый камень. Очень рада, что посчастливилась мне его держать в руках. Так, девчонки, я закругляюсь, постараюсь, в общем-то, сейчас быстренько это видео уже вам выгрузить, для того, чтобы, наконец-то, мы перестали по ночам не спать, а более-менее оно было не поздно. Ну, опять же, часовые пояса еще никто не отменял, так что, если кому-то рано, все равно кому-то будет поздно, и, в общем-то, на всех не угодишь, но постараемся как-то, в общем-то, гривенничу, как-то поближе к гривенничу. Девчонки, пока ненадолго прощаюсь.